Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Николая Сопу, который присоединился к международной террористической организации «Исламское государство», ИГЭ, запрещена в РФ, и планировал совершить теракт в Ставрополе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда. Суд установил, что ранее СОП дал присягу руководителю ИГЭ, записав видеообращение и отправив его неустановленному лицу для передачи главе террористической организации. В 2020 году мужчина решил совершить теракт в Ставрополе, для чего вступил в сговор с иным лицом. 30 сентября того же года в магазинах города он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Вскоре он провел фотосъемку административных зданий и объектов социальной инфраструктуры, однако 6 октября его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Ч2СТ, 205,5 УК РФ, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации Ч1СТ-30, ПАЧ2СТ-205 УК РФ, подготовка к совершению террористического акта, и Ч1СТ-30, Ч2СТ-223,1 УК РФ, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств. Осужденный признал вину в совершенных преступлениях. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.